Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Ваше Высокопреосвященство, Владыка Архиепископ Феогност, наместник сей святой обители, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с великим праздником, с Пасхой Божией Спасительной. Радуюсь, что Господь привел меня в эти пасхальные дни в Свято-Троице Сергиевую Лавру. Духом скорбел, когда по обстоятельствам, независящим от меня, на первой седмице, по обычаю, всегда связанной для меня с Троицей Сергиевой Лаврой, ибо непременно совершаю на той седмице богослужение в Лавре, в этом году не мог быть. Как раз на дни первой седмицы был созван так называемый синаксис, то есть собрание глав поместных православных церквей в Константинополе, куда я и должен был с великой скорбью отбыть, потому что посещение Лавры, как и других обителей, на первой седмице Великого Поста, связанные с особой молитвой и особым покаянным расположением Духа, всегда оказывали не только, конечно, на меня, но и оказывают на каждого православного христианина особое духовное воздействие. Первая седмица была и остается благодатной пищей для души, дающей силы на долгие-долгие месяцы. Поэтому, будучи лишенным радости общения с вами в те самые святые дни первой седмицы Святой Четыридесятницы, с особым чувством сегодня вместе с вами прославляю Христа воскресшего в стенах древней Троицы Сергиевой Лавры. В четверг на Светлой Седмице, как вы уже слышали из проповеди, читается Евангелие, связанное с посещением Христа Спасителя одним из тайных учеников, с неким Никодимом, который был, по всей вероятности, членом Синедриона, то есть был одним из старейшин, не мог прямо и открыто встречаться с Господом Иисусом Христом, и потому тайно посещал его. Мы не знаем о всех этих встречах и о всех беседах, но одна запечатлена замечательным образом святым евангелистом Иоанном Богословом. Говорит Спаситель какие-то очень ключевые, важные слова Никодиму. «Истинно, истинно говорю тебе, никто, кто не рожден водою и духом, не может войти в Царствие Божие». Господь, конечно, имел в виду совершение таинства крещения над людьми, но не только. Святой Василий Великий, размышляя на тему Святаго Духа, его значения для жизни всей Вселенной, говорит замечательные слова, что именно Святой Дух является источником, то есть причиной жизни вечной. Каждый из опыта знает, что для того, чтобы существовало нечто живое, должна быть энергия. Человек умирает, если не вкушает пищи. Он не получает извне энергию. Земля умрет, если потухнет солнце, которое сообщает земле энергию. Благодаря этой солнечной энергии существует все живое на нашей планете. И в масштабах космоса, всего творения,
необходим источник энергии для физического существования. Бог так премудро устроил, что этими источниками являются тысячи и тысячи звезд, которые распространяют вокруг себя на огромные расстояния энергию. Устроение космоса мира учит нас тому, что только при наличии некоего внешнего источника энергии может существовать жизнь, может существовать космос и все творение Божие. И если мы говорим о бессмертной жизни человеческой души, то и для такой жизни бессмертной необходим внешний источник энергии, потому что сам в себе человек таковой энергии не содержит. И если бы не внешнее воздействие, то не только физически не мог бы жить человек, но и душа его бы умирала вместе со смертью тела. И святой Василий Великий говорит нам о том, что источником этой энергии для человеческой души является благодать Святаго Духа, то есть энергия самого Бога. Святым Духом мы живем, наша душа жива. И именно поэтому не только не может в Царствие Божие войти душа человека после смерти без Святаго Духа, но и существовать не сможет. Есть много способов у человека отказаться от источника внешней энергии. Человек может отказаться от пищи. Мы знаем, что это иногда бывает, либо когда человек заболевает душевной, психической болезнью, либо когда стремится достичь каких-то своих собственных целей, воздействуя на окружающих, он отказывается от пищи своей волей. Нередко такой отказ от пищи сопровождается смертью. Мы можем отказаться и от того, чтобы принимать внешнюю энергию солнца. Мы можем загородиться бетонными стенами, мы можем зарыться в землю, мы можем уйти от этого внешнего источника энергии. И если будет так, то долго не проживем. Вот точно по этой же аналогии можно судить и о том, насколько человек способен оградить себя от энергии Святаго Духа. И опять-таки, размышляя на эту тему, святитель Василий Великий говорит, что человеческие страсти также делают душу неспособной принять благодать Святаго Духа, как больной глаз не способен принять солнечного света. Вот это сравнение очень точное и очень правильно описывающее роль человека в спасении. Своей силой человек спастись не может. Только Святой Дух спасает человека и вводит душу его бессмертную в Божественное Царство. Но подобно тому, как мы можем отказаться от пищи, как можем зарыться в пещеру или оградить себя от лучей солнечного света, так своими страстями и своим грехом мы можем закрыть душу от воздействия благодати Святаго Духа, и тогда никакого Божественного Царства
никакой жизни души. Вот то, что описывает святитель Василий Великий, на греческом языке обозначается словом «синергия», то есть совместная энергия, совместное действие Бога и человека. Дело спасения – это дело Божьего, Божье, ибо без силы Святаго Духа не может жить и тем более спасаться душа. Но и человек свободно участвует в этом процессе, либо открывая свою душу навстречу божественной благодати, либо ее закрывая. Вот в этой синергии гармонично сочетается божественное всемогущество и человеческая свобода, возможность человека выбирать и сила божественного промышления. Сегодняшние слова Евангелия от Иоанна открывают перед нами тайну нашего спасения, которая усвояется нами в том числе и посредством святоотеческой мудрости. И для нас, людей, живущих в 21 веке, это жизненно важное свидетельство. Потому что ничего подобного мы больше нигде не услышим. Ни в одной школе нас этому не научат. Кроме, конечно, школ духовных и религиозных. Нас мало кто из светских авторитетов этому может научить. Нас этому учит Слово Божие. И как важно сохранить нам эту связь с Божественным Словом. Как важно питаться мудростью Божественного Откровения. Ибо то только через эту мудрость мы можем открыть для себя путь ко спасению. Наученные сегодняшним евангельским чтением, будем шествовать по жизненному пути, стараясь открывать душу свою навстречу действия божественной благодати, помня, что только Дух Животворящий и является источником жизни вечной. Аминь.